Всем привет, с вами как всегда я, Джеймс Мор. Сегодня мы будем проходить испытание в лифте в Кагаме. Так я сделаю звук чуть потише и сразу побегу вперед. Вот этот уровень я прям знаю, вот тут я знаю, что нужно делать. Этот уровень? Так, пока что я бегу вот тут по этой фигне непонятной, по этой горке. Так, блин, то, что кристалл пропустил, это вообще не круто. Нам нужно каким-то образом попасть в центр. Так, и сейчас прыгаю туда. О, блин, мимо прыгнул. И давай. Да что за бред? Давайте. Yes, я попал в центр. Получается, тут я должен собрать звезду. Тут. Да, я мимо. Я ударился об стену. Что-то это вообще самый, вообще бредовый фейл на этом этапе. Это вообще ненормальный центр. Так, ну, да, и время закончилось еще. Ну, вот это вот вообще прикол. Ну, вообще прям. Вообще прям прикол, то, что время еще вышло. Так, надеюсь, со звуком все нормально. Посторонних шумов никаких нету. И еще с качественной картинкой, я не знаю, что пока что. Это первое видео, которое я записываю с ПК. Обычно я записываю их с телефона. Так, это... Ой, блин, это уровень с минным полем. Ну тут я его фиг пройду, тут вообще дичь, трэш полный. Ну вот сейчас челы начнут подрывать мины. Те, кто пройдут, возьмут базуку и начнут всех убивать. Ну вот, меня еще взрывом тем толкнуло и прям на мину. Прям вообще кайф. Вообще прям кайф. Так, единственное, что могу сделать, это подобрать вот эти вот кристаллы. Для того, чтобы прокачать свой уровень. Ну и опять взорваться. Да, вот, я пару кристаллов собрал. Ну, до звезды туда я точно не доберусь, потому что тут, ну, реально сложно прям. Это прям жестко. Так, кто-то вышел из игры. Да, ё-моё, давай. Я собрал звезду и базуку. Вот это... А, нет, базуку я не успел подобрать почему-то. Ах ты ж! О, а, нет. Зачем ты из базуки стрельнул? А, блин, тут кристаллы были, я мог их собрать. Ну, я что-то затупил немного. Ладно, скоро у меня этот все равно, этот второй ранг откроется. Так, ну чё? Какой сейчас будет этаж? Так, идет загрузка. Я могу включить музыку, давайте. Музычку включим? Нет, другую. Эй, дискотека. О, уровень дискотека. Музыку погромче ставлю, чтобы вообще дискач был дэнсинг. Меня кто-то вызирает базукой. Вообще, чисто жиза на дискотеке. Кто-то танцует, кто-то кого-то взрывает базукой. Вообще топ. Тут. Давай, дискач. Дискач, танцы. Тут. Так, надеюсь, меня слышно нормально. Звуки игры тоже слышно. Так. Тут. Так. Надо проверить, запись звука идет, потому что у меня звук записывается отдельно. Так, ну вот, вроде как запись звука у меня идет, и вот, уровень уже закрылся, лифт закрылся, и... Давайте. Все, я врубил музыку. Сделаю даже погромче чуть-чуть, а то ее, возможно, на записи слышно не будет, я не знаю, как вообще звуки на записи слышно. Пока что. Конкретно, да, насчет этого нужно было сделать тест. Ой, здесь хоррор, здесь очень громкие звуки. Поэтому давайте я сделаю вот так вот чуть потише здесь примерно. Так, на этом уровне здесь сложно. Здесь нужно в тайминг попасть. Так, здесь открывается. И мне нужно в тайминг попасть. Так, чел взорвался. Мне нужно, когда эти бубусы исчезнут. Все. Yes, я забрал звезду.
Я прям киберкотлета. Прям вообще киберкотлета. Все, теперь нужно просто убежать. Ну, я не успел, меня из-за чего подорвали. Хотя, по факту, главную цель, главную задачу уровня я выполнил. Этого второго этажа, по сути, ну, звездочку я собрал. Я могу тут еще попробовать собрать вот эти вот гемы. Ну да, я их собрал. Главное, чтобы сейчас время не закончилось. Я... Да, блин, опять время закончилось. Что, прикол? Да, блин, опять... Ох, ну хотя бы один гем собрал тут. Гемчик. Маленький. Даже, ну, с этого уровня, в принципе, я немного собрал. Надеюсь, сейчас будут этажи более крутые. До конца катки осталось. Дай еще раз дискотеку. 9 минут осталось до конца катки. Так, давайте опять поменяем музыку. Дроп! Сейчас будет дропер. Дропер! Хоба! Хоба! Изи! С первой попытки прошел дропер. Киберспорт Мега Вася 228 Дарк Челикс, если что, мой ник в этой игре. Я могу вот сейчас даже показать. О, у меня 4-й левел. Даже 5-й левел. Ну, давайте соберем золото. Странно, у меня, по идее, должен быть 4-й, но окей. Так, у меня 2-й ранг открылся, и мне 1000 XP с него дали. Это прям жестко. Это странно в игре. Так, давайте чуть-чуть опущим. Вот мой ник, странно, почему-то здесь я пишу, что у меня 4-й уровень, хотя там показывали, что у тебя 5-й. Ну, давайте продолжим играть. Какой же сейчас будет этаж? Вот это вот сейчас прям интересно очень. Какой будет этаж вообще сейчас? Надеюсь, будет что-то крутое. Не будет какой-то фигни. О, панда внутри. Так, я знаю, я все это вижу. Так, тут в чате кто-то что-то пишет. Тут студу. Оба. О, это халява на уровне. Это халявная звезда. Давай. Фигачи, халявные гемы. Офигеть, все, я собрал чисто. Чисто ключ, кстати, надо. Хотя вообще даже не знаю, зачем нужен ключ. Кто-то вообще знает, зачем нужен ключ? По-моему, он там нужен... по-моему, он нужен на том уровне, где Пикачу стоит. Или нет, или на другом. Что-то я не помню уже. Давай, все, его за спину спрятал. Вот такого вот у меня скина робота. Прикольного. Так, ну что? Когда уже этот уровень закончится? Скоро этот уровень закончится. Так, главное, чтобы звук записывался, потому что, как я говорю, микрофона у компьютера нету, поэтому я записываю звук через диктофон на планшете. И если запись звука остановилась, то это вообще будет фигово. Так, нет, запись звука идет нормально. Главное, чтобы качество звука было тоже нормальное, а не какая-то фигня. Так, ну вроде как-то... Вот и кто-то есть. Так, тут мой брат говорит на заднем плане. Хотя он вообще говорит с самого начала видео, но... О, у них давайте, тоже... давайте переключим. Так, кто-то опять спамит в чат, какая-то фигня. Ну, это чисто рофу уровень. Тут чисто все крутится. Карусель тут просто. Короче, это... Уровень, который крутится. Ну все. Здесь по факту ничего нету. Но я могу чисто по приколу. Оба! Давайте попытаемся на кресло запрыгнуть, которое еще. Блин, не получается. Давайте на диван. На диван. Давай. Ё-моё. Давайте. На диван. А как? Оба! Я на диване, блин, только что сейчас был или нет. Давайте на диван. Или хотя бы на кресло. Давай. Да ё-моё, не получается. Давайте, короче, обратно в лифт разведем, пока он не закрылся тут. А то, если я упаду, то я потеряю ключ. Так, теперь мне, по идее, нужно встать ровно сюда. Чтоб не упасть? Так, а тут, по идее, должны быть, Так, давайте. Так, музыку включим крутую вообще. Давай. Это же мой Быстрее, новый уровень. Загружается все.
А давай про нахауся. Это вообще фигура. Так, ну сейчас посмотрим. А, это паркур, сейчас будет кибер... Да ё-моё, я из-за них себя не вижу. Тут вообще прям, вот когда вот сразу вся... Зачем я прыгнул? Да я упал. Да я упал. Давайте пытаемся пройти это по-аккуратненькому, по-киберспортивному. Здесь паркурить, блин, сложно. Что-то я опять упал. Вообще, реально. Здесь прям реально паркурить сложно. В Роблоксе это прям реально намного легче. Здесь прям надо именно управлять. Это жестко. С управлением тут проблема. Да ё-моё, чуть не перелетел. Спрыжки очень странно сделаны. Так, куда идти сейчас? Вот за этим чем пойду. Опа! Я киберспортсмен прям. Я не упал. Фига жестко. Время вышло. Не успел я паркур пройти. Возможно, если бы я первый раз не упал, то я бы успел пройти. Ну ладно. В принципе, и так более-менее нормально. У меня, по идее, стоп. Почему у меня 30 голды? У меня должно быть 50, по идее. За четвертый уровень должны давать еще 20. У меня сейчас должно быть 50 голды. А ну, странно. Вообще? А возможно, это какой-то баг. Да блин! Кто вообще тут с пушкой? Откуда этот чел пушку взял? Хотя ладно, эта пушка всего на 5 патронов, я знаю. Это вот рельсы, это пушка на 5... Да вы издеваетесь. По таблетке заюзали. Сейчас надо ждать перезарядку их. Да блин, из этих обубусов я не успею звезду собрать. Это вообще самое важное. Так, на эти гемы ты вообще... Мелкий. На эти гемы вообще пофиг. Мне нужна главная ты звезда. Мелкий. Все. А, кстати, на этом уровне можно собрать две звезды вроде. Да, я знаю, на этом уровне можно две звезды собрать. Но вторую я только не понял как. Там вроде как надо в тайминг попасть, что-то типа выходи. Такого. Выходи. Давайте вот так. Выходи. Так, все. А прыжок здесь. И еще один прыжок тут. А все, и здесь я могу чисто тогда собирать гемы. И по факту все, мне больше ничего не надо. Хотя я могу пойти туда, там по идее... Ну да, вот там вторая звезда есть. Но я ее не успел собрать, так как время на уровне вышло. И до конца катки осталось 3 минуты. Да, я упал, я знаю. Там у меня скорость была почти 1000 км в час. Это прям жестко. Прям вообще как метеор летел, прям как ракета. Мяугав. О, уровень. О, это уровень с нянкетом или как там, вроде нямкет. Короче, уровень с вот этим котом. Ой, блин. О, жара, пошла жара. Яд. Опахный яд. Рю, опахный яд. Опа, я вылетел за карту. Нет, 4500 километров в час, 600. Давай. Почти 900 километров в час. Жестко. Давай заново. Жестко мы упали. Тут опять этот нянкет или нямкет. Неважно. Так, тут опять вот эти вот шары синие. Тут опахный яд. Вкусно. Так, о, блин. Я врезался в опахный яд и время закончилось. Вот это прям вообще комбо. Врезался в опахный яд и еще и время закончилось. Так, я... Так, все заспавнились тут на одном месте. Они же проиграли. Так, ну ща уровень уже загрузился. Вот эта синяя полоска прошла. Давайте музыку поменяем. Оба! Опять халявный уровень. Тут чисто, вот тут просто идешь, звездочку собрал. У меня уже 6 звезд из 13. Это, в принципе, жестко, но так как я зашел уже на начатую катку, я, скорее всего, не смогу выиграть так. Ну, это челы не... больше это уровней корабль. Тут увидели. Это не военный корабль. Так, да, блин, я опять не смог эти геймы собрать. Да, блин. Я вот один раз как-то смог до них добраться, но вот что-то вот сейчас не получается на видео. Вот показать, как это сделать. Тут-то, короче, надо как-то пропаркурить туда и не падать.
Оба. Короче, примерно вот так надо сюда прокурить, а дальше чисто спрыгиваем вниз. А что, прет? Так, нужно быстрее идти назад в лифт. Вот челы бегут в лифт. Но мне кажется, что-то, что я не успею. Ну вот, лифт закрылся уже. Да, блин, меня оттолкнуло от лифта. Ну, чё? Летим себе спокойно. 700-800 километров в час, даже 900. Почти 1000. Вообще круто. Кстати, до конца катки 2 секунды и... Чё, я победил? Чё, это вообще жестко? Офигеть. Ну, я думаю, что на вот этой вот положительной ноте можно заканчивать видео. Ну, а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока.